Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как добавить, а впоследствии и удалить аккаунт Google на вашем смартфоне Vivo Y11s. Для начала мы заходим в настройки, затем листаем в самый низ и заходим в подпункт Google. Далее жмем на кнопку «Вход в аккаунт». И сюда вписываем свой адрес электронной почты. У нас оно вылетело, давайте зайдем снова. Жмем «Вход в аккаунт». И вводим наш адрес электронной почты. Далее вводим пароль. И после этого принимаем условия пользования. Далее Google нам предлагает сохранять резервную копию. Я у себя это отключу, но функция довольно полезная и дает вам больше безопасности и больше безопасности, конечно же, вашим данным. Жмем «Принять». И как мы видим, аккаунт был добавлен успешно. Чтобы его удалить, мы переходим назад и заходим во вкладку «Аккаунты». Здесь выбираем тот аккаунт, который мы хотим удалить. Жмем кнопку «Удалить аккаунт». Жмем «Ок». И вот таким вот простым образом мы удалили аккаунт с нашего смартфона. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!